как устроен кран, и соберем его. Сначала установим раму. Рама – это основание машины, на которое крепятся все остальные ее части. Ходовая часть состоит из колес, подвески и тормозов. Давай их установим. На колесах машина катится по дороге. Подвеска делает так, чтобы машина не тряслась во время движения, а тормоза нужны, чтобы останавливаться. Давай установим двигатель и аккумулятор. Двигатель вращает колеса, чтобы автомобиль мог ехать. А аккумулятор помогает завести машину, а также дает энергию для фар, приборов управления и других систем. Теперь давай установим топливный бак. В топливном баке находится бензин или другое топливо. Давай установим салон автомобиля. Это основное внутреннее пространство автомобиля для размещения пассажиров и водителя. Это органы управления автомобилем. Они включают в себя руль, педали, коробку передач и панель приборов. Давай скорее их установим. Они нужны для того, чтобы водитель мог управлять автомобилем. А теперь нужно установить кузов. Кузов – это внешняя часть автомобиля, которая крепится к раме. Установи передние фары. Фары освещают дорогу в темноте. Также есть специальные фары, которые указывают направление поворота. А еще фары нужны для того, чтобы другие водители видели машину в темное время суток. А теперь установим стрелу крана. Стрела крана нужна для подъема и перемещения грузов. Давай установим кабину крана. Из этой кабины крановщик управляет стрелой. А сейчас нужно установить выносные опоры крана. Опоры нужны для увеличения устойчивости крана при перемещении грузов. Пришло время установить противовес. Противовес нужен для того, чтобы кран не падал вперед, когда поднимает груз. Продолжаем.